в Гусевском городском округе на территории современной России, где проходила Великая битва Первой мировой войны, Гумбининское сражение 1914 года, ведется активная работа по восстановлению великой роли русской победы, которая сорвала планы немецкого командования о захвате Франции, тем самым предопределив дальнейший ход истории мировой цивилизации в 20 веке. По итогам общественного обсуждения для реализации проекта, представляемого на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, жителями Гусева был выбран исторический центр города, который располагается на пересечении основных транспортных артерий улично-дорожной сети и является общественным пространством масштабного мемориального комплекса истории Первой мировой войны и его пешеходной зоны «Променада истории». Основная роль этой территории – городская площадь, место общественных контактов. Начиная с первого упоминания в XVI веке в летописных источниках, площадь являлась центром общественной жизни. В сохранении памяти о Первой мировой войне, формирующей идентичность города, особое место занимает Гумбининское сражение. В память о павших воинах Первой мировой войны в Гусеве реализуется концепция мемориального комплекса истории Первой мировой войны, доминантой которого является храм-памятник всех святых, памяти павших в годы Первой мировой войны. Концепция обустройства центральной части города Гусева постепенно воплощается в жизнь. К столетнему юбилею Гумбининского сражения в 2014 году открыт памятник народного художника России Владимира Суровцева «Штыковая атака». В ноябре 2016 года патриархом всея Руси Кириллом освящен возведенный храм всех святых. Ведется строительство пешеходного моста. В прибрежной зоне продолжается поэтапная организация «Променада истории» с его объектами. Это и памятник герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву, именем которого назван наш город. Объекты военно-мемориального комплекса истории Первой мировой войны, храм, памятник «Штыковая атака» и мост героев. Гранитные стелы вновь созданного мемориального парка памяти защитников Отечества «Аллея славы». Архитектурные ансамбли исторической застройки города. Отреставрированные мосты. Реализация представленной концепции включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, сохранению стиля, содержательности и уникальности. Проект нацелен на дальнейшее развитие мемориального комплекса Первой мировой войны. В результате его реализации появятся новые объекты променада истории. Стелла – ангела-хранителя города. Памятник русскому генералу, участнику Первой мировой войны, военному писателю Николаю Алексеевичу Япончину. Подпорная стена с размещением на ней барельефов и геральдических элементов, посвященных русским соединениям, принимавшим участие в Гумбининском сражении. Флагшток с флагом Российской Федерации, пушки времен Первой мировой для выстрелов в торжественные и памятные дни. Тематику концепции поддержит создание лодочной станции, которая позволит наполнить речные прогулки историческим смыслом. Последние тенденции в общественной жизни городов ясно показывают, что город, обладающий собственной идентичностью, становится более успешным, более привлекательным, быстрее развивается и является максимально интересным для всех категорий людей. В результате реализации концепции проекта утверждение образа города Гусева как места на территории современной России, где проходили сражения Первой мировой войны, станет отправной точкой развития туристической привлекательности, сохранения историко-культурного наследия и формирования территориальной идентичности в пределах Калининградской области, Европы и мира. Сила России в ее героях. Память о них в наших сердцах.